Запиши мне ведро. Да хоть 8. Походу, ты был прав насчет Катьки. Но она предложила мне спать с ней под одним спальником. Да я отказался. Вань, скажи честно, ты тупой? Ну не могу я так. Бери пример с меня. А это 100% варианты. И начну я, пожалуй, вон с той, с большими сисяндрами. Веришь в любовь с первого взгляда? Давай я увезу тебя в Москву. Мне мама говорила, что таким, как ты, нельзя верить. Лешенька, сейчас ты мне сделала очень больно. Я не такой. Ну, извини. Ты такая красивая. Слышишь? Я для тебя сделаю все возможное, чтобы ты стала актрисой. Пойдем на сеновал. Ну, подожди, я так не могу. Леша, ну. Я еще тебя плохо знаю.